финале первенства по баскетболу среди общеобразовательных организаций города на протяжении всех четырех периодов команды школы номер 17 и лицея номер 3 шли вровень. Счет разнился лишь на 1-2 очка. Юные баскетболисты пытались взять друг друга напором, взаимно атакуя кольцо соперников. Болельщики тоже подготовились основательно, пришли с плакатами и боевым настроем перекричать друг друга. Кто же будет победителем, не было понятно до последней минуты игры. На финальных бросках победу вырвала команда лицея номер 3 со счетом 38-37. Очень напряженная игра, очень много спорных моментов. Судьи старались как бы увидеть правду, но не всегда это получалось. Мы своей командой играем достаточно продолжительное время, тренируемся у наших любимых тренеров Светланы Тимуровны и Светланы Николаевны. Очень хочется им сказать большое спасибо, потому что большинство, так скажем, домашних заготовок были нами узнаны именно от них. Андрей Бляхарский взял еще одну награду первенства. Лицеист стал лучшим игроком. Титул для юноши стал полной неожиданностью, несмотря на то, что баскетболом он занимается более 10 лет. Судья соревнований отметил, что уровень игроков первенства в этом году очень высокий. Ребята растут из года в год. Они всегда совершенствуют свои навыки баскетбольные и все вообще спортивные. Очень на высоком уровне баскетбол у нас в городе. Очень хорошее судейство мы показываем с помощью учителей физической культуры. За третье место первенства боролись команды школы номер 11 и школы 12. Победу одержала последняя. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.